ребятки, всем привет. Подписывайтесь на канал обязательно, оставляйте комментарии и лайки. Нам очень важна ваша обратная связь. Мы сегодня приехали на Хиллтоп. У нас есть выпуск Хиллтопа, я его прикреплю здесь, где мы тусили. А сегодня здесь Night Market. Очень классное место. Супер крутое. Да, здесь реально очень классные вещи, уникальные. И сейчас мы покажем, что здесь как находится. Да, и наконец-таки мы нашли что-то с жужжей, то, что мы хотели давно, да? Да. Потому что по всем маркетам, по всем смотрим, примерно такой-то балаган одно и то же. А здесь прям реально круто. Были здесь на ивенте, выглядело вообще по-другому, а сейчас атмосфера вообще другая. Да, и как будто бы даже локация сама намного больше вообще выглядит, стало, да? Прям вообще очень огромный такой базар, знаете? Ну, здесь есть на что посмотреть, мы вам это покажем, ребята. Да, очень много красивых людей, очень много классных вещей, вообще уникальных изделий, ручной работы, вышивки и так далее, поэтому... Все эксклюзивное, гоу-гоу-гоу! В общем, мы уже зашли внутрь, и получается, с края уже другого, с другой стороны начинаем снимать, вот. И здесь очень классный магазин с флёрными такими шмотками. Вообще выглядит очень круто все. Уникальные товары, уникальные изделия, очень много красивых украшений, кожаных изделий, вот тоже классные. Сейчас покажу поближе. Посмотрите, ребят, какие классные вообще сумки, просто вау. Да. Надо узнать, какую цену, допустим, какая-то сумочка, да? Здесь люди прям стараются, все красиво выкладывают. И сами изделия, конечно, вообще шикарные. Блин, я в восторге. В общем, ребят, если прилетаете в Гоа, то вам обязательно нужно попасть на этот маркет. Если хотите закупиться какими-то уникальными вещами, сувенирами, подарками, это просто самое топовое место, я считаю. 5000. Ручная просто, посмотри, какая, да. Бля, нереально крутая. 5000 рупий в долларах. Да. Ну, это 55 баксов. 55 баксов, да. Ребят, за вот такую вот вещь. Вообще просто. Да. Очень много интересных таких колоритных людей. Так, ну мы будем кружочком ходить и показывать вам, что здесь есть. Глаза разбегаются, на самом деле, в какую сторону пойти, потому что очень большой. Да, пошли туда. Да, когда мы были на пати, вообще оказалось очень такое, знаете, небольшое место. А сейчас здесь просто столько всего. А? Можно будет потом. Да, да. Да, здесь получается немножечко тоже каких-то маркетов и в основном фудкорт. Ну, идем тогда. Еда стандартная, ребят, поэтому особо показывать нечего. Еда как еда. Обычно, когда здесь маркет, здесь... не псай-транс, а такая живая музыка играет, чисто для атмосферы, чтобы людям было комфортно ходить. Вход стоит 100 рупий, это вообще копейки чисто за донейшн получается, это чуть больше доллара. Прикольные штучки, а, это вязаные, это из ниток. Привет. Привет. А, чокеры есть очень прикольные. И это просто порошок перед чёрным, его завариваешь как чай. И там же есть ингибитор. Забыл, как это называется. Короче. Класс, красиво. Сегодня шопиться не планируем,
Мы хотим дальше еще на другую пати пойти. Она тут рядом находится, это Вагатор. Вот. Но не показать вам это просто невозможно. Украшений просто, я не знаю, колоссальный выбор. Ой, я хочу себе такую штучку на голову. Сейчас узнаем, сколько стоит. Типа, помнишь, вчера говорили, да, на голову какие-то? Да. Какую цену такая? How much? Да. $10,000. What about the smallest one, this one? Same price for them or it's a different Такие накидочки прикольные. Классно. Handmade, да. Даже такая пиковая дама есть, ребят. Блин, ну тут реально очень много крутых вещей. Просто, знаете, тот момент, когда хочется все купить. Потому что, ну, тут реально можно найти уникальные товары. По декору, по украшениям, по одежде, вообще класс. Без денег, конечно, сюда приезжать, так, знаете, ходить облизываться. Но мы сейчас приценились, потому что мы с собой деньги просто не брали даже. Ну, в таком количестве. Вот. Так, барчик есть, как всегда, наш любимый. Мерить все, погнали.
творчество. Да, классно. Блин, столько вещей крутых, да, вообще просто. Да, вау. Такие колоритные здесь тоже есть мужчинки. Общаются, общаются уже. Горы, что ли? 5, ребят, это легендарный человек, который вы не представляете просто. Он был на Вудстоке 69-го года. Я говорю, дед, я говорю, ты 69-го по сегодняшний, 2024-й здесь, говорю. Он улыбается, говорит, да, я говорю, да, я прикоснусь к тебе, дорогой. Просто вот почувствую этой энергией. Я говорю, деды, спасибо вам, говорю, потому что были вы, существуем мы, говорю вам. И он такой, блин, обрадовался он. Да, вот такие вот, ребят, тоже интересные знакомства. Только прикольных персонажей, интересных личностей, как бы не скучных людей. Каждый волен как бы выбирать, смотреть. Самое главное, что это все с позитивом, с миром, с любовью. А цене этого всего не может быть. Вот понимаете же сами прекрасно все. Да. Поэтому, ребят, мы стараемся вам показывать тоже такие места, которые, ну, про которые многие не знают. И я думаю, многим было бы интересно и даже полезно вот окунуться в эту атмосферу, прийти, посмотреть. И так что берите на заметку. На заметку. Оставляйте комментарии, ребят. Не забываем. И даже здесь интересные изделия есть. Интересный персонаж. Кстати, вот встретили девушку. Мы были как раз недавно на фри-маркете в Анджуне. И вот, когда уже уходили, увидели ее с ее изделиями. Вот она, прекрасная девушка. Да, вот покажи тоже заюз для влога, для подписчиков. Да, уникальные изделия. А есть название магазина или какой-то флеерочек? Нет, магазина нету. Есть Инстаграм. Тебе с Инстаграм планируют продавать. Да. В общем, вот, собственно, эта девушка прекрасная, делает все эти вещи, ручной работы. Как звать вас? Меня зовут Нина. Да. Нина, девушку звать Нина. Ну, я не знаю, что рассказать. Например, у меня часто спрашивают, что я курю. Но при этом я, на самом деле, страшный зошелец. И много медитирую. Вот эта, наверное, энергетика вся, да, в вашем, наверное, творчестве. И... Поэтому, наверное, ко мне возвращаются люди. Для того, чтобы такие делать рисунки, не нужно ничем обдалбываться, здесь, правильно? Здесь вот. Котики, очень много котиков. Котиков мы любим, да, все. Так что, ребят, вот в чистом разуме можно все это красиво вещи исполнять. Не, вещи реально крутые. И курточка тогда у нее прикольная была. Посмотрите, какие прикольные. Это детские или что, получается? Нет, это женские, на, да. На твой как раз таки размер. Угу. Вообще прикольно. Да, так что подписывайтесь на Инстаграм, вот, приезжайте и обязательно приходите в это место. Это спасибо, что вы. В общем, что, ребят, нам даже удалось потанцевать. Там была классная музычка, и мы даже подэнсили. Все это мероприятие здесь происходит до часа ночи. Мы как раз поздно приехали, поэтому не знаем, как было в начале. Но мы, в принципе, уж успели все обойти, я говорю, даже потанцевать. Вот люди уже складываются, и мы тоже будем уже выдвигаться дальше. Очень классное место, прям вообще для классного шопинга, просто номер один, я считаю. Поэтому приезжайте, изучайте, смотрите, покупайте. I wish that you were here with me. I wish you knew. Ну чё, супер.
Питерский найт-маркет, самый крутой, я думаю, вообще реальный всех, то, что я был, это прям впечатляет. Столько крутых вещей, блин, хочется прям все-все-все закупить, взять, блин. Да. Ну, заработаем, задонатите вам, пойдем и купим, да? Да-да-да. Донатьте, ребят, ссылки есть в описании, поэтому, если есть сердечный отклик, нам будет очень приятно и полезно. Ребят, неожиданное прямое включение, да. С места событий. Мы попали возле нашего дома, получается, заведение, которое я показывала вам уже однажды с красивым декором. Мы попали сегодня здесь, Болливуд снимает. У нас на бэкстейдж, вот, да. В стиле нас поснимать. Сейчас идет такая массовая подготовочка, интересно, здесь идет набор желающих участвовать для массовки. Но уже бесплатно, уже тех, кому да, будет оплачивать, набрали. Их уже набрали, так что не получится у меня стать звездой. Может быть, еще договоримся. Да, ребят, ну, у нас будет возможность, скорее всего, подснять даже процесс вообще. Не только бэкстейдж, а как будет снимать сам фильм, да, съемки. Вот, ну, я думаю, это будет где-то через часик, но мы еще сюда вернемся. Очень удобно, что это возле нашего дома, и нас пустили как блогеров, так что можно будет поснимать. И сейчас я вам покажу немножечко, что тут происходит, как люди готовятся. Какие тут серьезные пушки у них. Вот такие, ребята, тут хобота у всех. Люди готовятся к работе, вешают всякие тут фонарики, выставляют свет, выставляют камеры. Причем серьезные арии у них камеры прям как голливудского этого. Ну, я думаю, это серьезное оборудование, Болливуд, на телевидении им будет показывать, контора. Насчет Болливуда не уверена. В смысле? Болливуд серьезная контора, что-то не уверена. Нет, я не уверена, что это Болливуд снимает. Болливудские? Что? Все, что вы не снимаете, все Болливуды. Вот, видите, здесь тоже на арене готовят, что-то палаточку уже кинули, вон, да, типа, ночевать там будут. Но обычно съемки вообще таких мероприятий происходят долго, поэтому люди здесь могут и всю ночь быть, снимать кучу дублей и так далее. Вон, будут бои, походу, без правил тоже. Здесь сейчас свет установит. А, свет, да. Такая у нас красивая здесь территория. Подключают, в общем-то, готовят. Такое серьезное оборудование. Сегодня снимают они, а тут их снимаю я. Да, вот, ребят, массовка здесь готовится. Мы уже их начали снимать бесплатно. Ребята, во сколько вы начинаете? А есть информация, во сколько начнется? 7, да? По индийскому времени часа кушать. Вы такие красивые, а вам сказали так одеться, да? Или вам выдали? Не, прикольно выглядит, классно. Супер лук. А что вам сказали делать? Вы будете молчать или какой-то текст говорить? Или просто... Блистать красотой сидеть, да? Просто сверкать. Снимай, да. А мы снимаем вот на YouTube. А не надо. А чего? Я не хочу. А вам деньги никто не платит, да? Мы вас замажем. Мы вас замажем, не переживайте. Хорошо, ясно, вот. Супер. Ура. Ура. Класс. Sorry. Учим с этой стороны девчонки репетируют танец. Пока что это просто репетиция. Оттачиваю костюм себя. А там других ребят уже завели на арену, и они хоть тоже будем дэнсить. Сейчас постараюсь поближе подснять. Вот, и на арене происходят какие-то тоже действия. Непонятно, снимают их уже, или это тоже репетиция, но вроде бы камеры не правильные. Такой экспириенс у ребят. Рон! Короче, ребят,
Неожиданно и интересно. Я оказалась сама сегодня звездой Болливуда. И сама ты оказалась, тебя пригласила. Вот кто тебя пригласил? Вот. Вот человечек меня позвал. Я Кэт Гири. Наш менеджер. Вот, и сейчас мы будем сниматься в массовочке, дэнсить. Да, меня нарядили, вот вставили даже перо. Так что погнали, я попробую это все снять. Можно будет снимать, если я поставлю телефон вниз. Короче, я попробую все это подснять, ребят. В общем, нас загнали в эту знаменитую арену, которую я всегда снимаю со стороны. И тут будет происходить съемочки. Ребят, вот такой бэкстейдж. Аньку взяли на массовочку. Вот, работаем, девочки, работаем. Прикольно все получается. Сейчас посмотрим, что здесь местные звезды нам покажут. Бьонс на минималках. Интересные такие атрибутики. Бонг там, кальян. Причем это все в октагоне, в спортивном октагоне. Это все этот в клетке октагона, короче. Здесь главный режиссер, где-то индийский Камерон, а вон там площадка, он, короче, видите, он, вот, сейчас он с микрофоном нам рассказывает, это, короче, это прям. Дорого-богато все. Мы идем, дым машина, ребята. Надеюсь, зато это. Матушку природу не покалечит. У нас же бедные букашки, мукашки все, блин. कभी कभी ये जो ये जो बाबा है ना उसके उस पे मुझे कैमरा दिखा उसका उसके ऊपर कैमरा लो शब कम कम स्ट्रेट गो टू योर राइट स्टैंड कबीर मुझे उसके फेस पे जा Такой интересный индийский клип снимается. Походу, местная какая-то Бейонсе на минималках. Вот. Я думал, это какой-то сериал или что-то. Я, походу, думаю, что все-таки это клип. Вот. Идет прикольная здесь движуха. Вот. Так что еще раз, как говорится, не то, что в бэкстейдж попали, и Жужа уже участвует на массовочке. Вот. Работаем, девочки, работаем. Все в семью. Все родным вам, как говорится. Вот. Прикольно. Чуваку вообще по кайфу, блин. Стоит Колян, курит, вообще, ну, что-то плачет, бабки, блин. Не жися малина, он. Мы вот с такой тайной локации сдалека снимаем происходящее. Вот. Сидим, наблюдаем за производством видеоклипа местной звезды. А тут неподалеку я увидел такой фаер-шоу. Чувак, видимо, готовится клип или это отдельно будет сниматься. Блин, ну это круто, ребят. Прям попали в середину тусовочки такой. Ну. Круто исполняет вообще. Звук такой специфический, прикольный от... От того, что он крутит быстренько, видимо, это вот от ветра с огнем. Во. Вау, вообще прям красава. Давай, дорогой, не стесняйся, крути.
греческое это танцует. Да. Вот идет перемещение локации, но не знаю, уже почти что 12 час, не похоже, что они еще скоро закончат. Может быть, они поменяют локацию, скорее всего. Потому что здесь вот тоже, походу, повесили полотно, почистили, лампочки повесили. Видимо, здесь тоже что-то будет сниматься. Вроде бы конец, не конец, непонятно. Снимаешь репортаж? Ну да, ну, бэкстейдж делаем. Привет. Это наш Саньки канал. Ты большая умничка все, вообще на самом деле. Все довольны, говорят, все классные, спасибо тебе. И такая ребята, вообще прям обстановочка была очень-очень крутая. Да, у нас еще один человек ворвался, я так понимаю, твоя подруга, да? Супруга моя, да. Супруга твоя. А это твоя супруга? Моя, да. Я поняла, хорошо, приятно познакомиться. Очень приятно, как Джонни. Джонни. Я Ката. Ката, Настя, Митя. Вот, идем сюда, Дис. Смотрите, какая красота. Вообще, прям крутой получится. Все, благодаря человеку. И перышко такое крутое. Ты из семейства пернатых теперь заем. Она пришла в футболке, так никуда не собиралась. Так она из дома, из кухни вышла. Это круто, это круто. Вообще, молодцы. Красоту сделали, отправились снимать. Девчонки, вы прекрасные просто, божественные вам. Блин, и кадры крутые получились, да, я вам. Все, да? Да, весь вечер снимаю, весь вечер снимаю вас, ребята. Давай к себе А здесь тоже будет продолжение банкета, да, походу? Пойдем есть, у нас времени мало. Идите поешь. Там, по-моему, коты похавали всю вашу, но я гонял, пока мог. Да ладно, там еле нашли. Там... Ну да, 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 вон, сейчас. Все. Твоя тарелка пуста. Ну так иди еще сходи, там свежий, горячий. Потому что коты начали кушать, мы ее убрали. Ну, Зай, что, как тебе ощущения? Какие твои впечатления? Устала. Трудяга. Вот такие ну, вот у нас. Классный экспириенс, заработали денег, зазвездились в клипе. Вообще все идеально. Все прям как по маслу, ребят. Так что подписываемся, ставим лайки, колокольчики. Блин, не забываем комментить. Поддерживайте нас, ребят, мы с вами. Да пребудет и с вами, и с нами сила. Вот кто-то устал. Ребят, хочу еще добавить пару слов по поводу участия в массовке. Это были съемки клипа девушки, которая, она блогер, модель, даже актриса, по-моему, ее зовут Аруши Ханда. Я добавлю здесь ее инстаграм. Заходите, подписывайтесь. Это был такой интересный экспириенс. Я впервые вообще на таких мероприятиях, на этих съемочках, да, в массовке. Суть заключалась в том, чтобы мы создавали подтанцовку. Вот. Возможно, кто-то из нас там больше, кто-то меньше попадет в кадр, непонятно, как это будет. Суть не в этом. Главное, что нам за это заплатили деньги. В общей сложности я получила за это $40. Это небольшие деньги, но если брать в рупиях, то для местного рынка это очень даже неплохо за такой промежуток времени, просто стоя, подтанцовывая, заработать денежку. Так что вот так это все происходило. И скажу, что это вообще не легкий труд. Очень много дублей было, особенно девчонка, которая, ну, есть эта певица, да, прям вообще вымотанная, она, наверное, уже свою песню эту даже ненавидит, потому что очень много дублей было, прям вообще. Мы работали с 8 вечера, где-то до 2 ночи, около 2, что-то такое. Но они еще дальше остались продолжать съемки, просто мы уже массовка ушли. Так что вот такие вот здесь есть заработки тоже в Гоа, можно на этих шутингах крутиться, вертеться, многие зарабатывают на них, многие постоянно ходят, ездят. Тоже нужно быть осторожным, потому что есть много всяких мошенников на эту тему, которые могут не выплатить, не доплатить и так далее. Но, тем не менее, вот такой вот не самый сложный способ зарабатывания денег и как-то тоже движение какого-то в Гоа, нахождение здесь и так далее. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы вас очень любим.